Министерство обороны России планирует реорганизовать подконтрольное предприятие «Оборонсервис». Как сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, в нынешнем виде деятельность этого акционерного общества признана неэффективной. Общая внешняя и внутренняя кредиторская задолженность предприятия «Оборонсервиса» составляет десятки миллиардов рублей. В том числе задолженность перед контрагентами 97,6 миллиарда рублей. Задолженность по зарплате 1,4 миллиарда рублей. Накопленный убыток предприятиями сферы ЖКХ превышает 40 миллиардов рублей. По словам Шойгу, из-за непрозрачности деятельности компании «Оборонсервиса» резко повысилась коррупционная составляющая. Возбуждено больше 25 уголовных дел. Около 1000 рассматривались в арбитраже. Все они были выиграны. Но несмотря на то, что «Оборонсервис» нуждается в радикальных структурных изменениях, отказываться от его услуг военное ведомство не намерено.